Черноземья, 19 октября, плюс 6 градусов тепла. Очень красивое живописное место. Это у нас дальняя пасека. В 100 метрах луг большой, лес чуть дальше, красота и обилие медоносов. Приехали сделать быстрый осмотр. Пчелка должна уже сесть в клуб. Итак, вот они, наши красавицы, работницы. Вот они, вот такие вот. Приготовились уже зимовать, сели в клуб. Мужчин трутни, то бишь, выгнали еще в сентябре. Такая у них традиция. Только девушки. И в середине их мама-матка. Вот такие они. Немножко в легком оцепенении. Здесь у нас две семьи-подружки. Через перегородку, видите. Чуть они пободрее. Им хорошо здесь. Поудобнее. Мы их немножко потревожили. Они чуть поживее. Пополнение в кормов закончили. Кормушки сняли. Теперь последнее лечение от клеща. Где-то в начале ноября месяца, по нашим расчетам, последний расплод должен выйти. Пчелу легче будет пролечить, снять клеща. Всего доброго, хорошей зимовки, всех благ.